Мы всегда говорим о любви, когда речь заходит о Кришне, потому что Кришна – это источник любви, сама любовь. И настоящая любовь всепоглощающая, всеохватывающая, поэтому на Голоке Вриндавана абсолютно все объекты любят Кришну. На то он и мир абсолютной любви, все пропитано любовью. Нет чего-то отличного от любви. Да, все-таки окна у нас надо закрыть. Да? Поэтому великие мудрецы кланяются трансцендентным деревьям, лианам, которые растут во Вриндаване. И все они исполняют желания каждого. Указывают цель жизни тому, кто хоть однажды увидел их, прикоснулся к ним или услышал какие-то воспоминания об этих живых существах. Так в духовном мире воплощается желание служить. Здесь преданные тоже являются такими начальными калпаврикши. Исполняют желания, не сразу, но исполняют. Иногда через несколько лет, но что делать? Земные калпаврикши немножко отличаются от духовных калпаврикш. Но в духовном мире полностью проявляется это желание исполнять чьи-то просьбы. И там есть эта квалификация по-настоящему исполнять. Полноценно исполнять. Абсолютно исполнять эти желания. Так возникает совершенство преданного служения. Любое преданное служение – это исполнение желаний, причем не наших. Преданное служение не может быть исполнением наших желаний. Это уже будет не преданное служение, это уже будет как раз чувственное наслаждение. Преданное служение, когда мы либо желание Кришны исполняем, либо желание вайшнавов. В этом нет какого-то эгоизма, в этом нет какой-то корысти. Мы хотим исполнить желание Кришны.